Каждый раз убираю волос с груди, думаешь, господи, правда, правда это с головы? Дорогие друзья, сегодня мы с вами обсудим особенности орального секса. Это минет и куннилингус. То есть случаи, когда этим занимаются мужчина и женщина, да, когда мужчина делает приятно женщине, называется куннилингус. И в случае наоборот, когда женщина делает приятно мужчине, это называется минет. Хочу обратить ваше внимание, что при написании слова минет мы не используем мягкий знак, так же, как и при произношении. При произношении и куннилингус. А что это такое, если не секрет? Сколько вам лет? 19. Угу. И еще вопрос, практические занятия будут? Угу.